Привет всем, я Огнев Даня, болейте за меня. Даниил, 20 лет, 4 курс Института военно-технического образования и безопасности. Сибирский парень с горячим сердцем и таким же крепким характером, как и морозы в его родных краях. С детства начал заниматься спортивным туризмом, потому что любит активный образ жизни, походную романтику и командное единство. Занимается спортом, играет на гитаре, поет и проводит время с друзьями. Вопрос номер один. Есть ли у тебя мечта? Добиться успеха в жизни, с парашютом прыгнуть и... Чё ещё? Ну, стать успешным просто человеком и жить честно, совестно. И все. Вопрос номер два. Чем ты гордишься? Чем я? Ну, всю жизнь занимаюсь спортом. Часто выигрывал на российских соревнованиях по спортивному туризму. И вообще люблю спорт и этим занимаюсь, этим живу. Вопрос номер три. Есть ли у тебя девушка и какой идеал настоящей девушки? Девушки нет, идеал очень такой, ну, много факторов различных. Маленькая миниатюрная девочка, стройная, красивая, добрая, честная, верная. В общем, много перечислять можно, может, поэтому ее и нет, тяжело найти. Привет, политех, политех, здорово, привет, здорово, Данилушка. У меня к тебе вопрос, а с кем или с чем ты себя ассоциируешь, а? С солнцем. Ну, свечусь, дарю людям добро, радость, освещаю всех, позитивный человек. Я Огнев Даня, болейте за меня, 17 декабря. Как? А, убрать? Что ли? Наверное, все. Да.